Молодые саженцы, сосен и туй – необходимый инвентарь. Сотрудники Одинцовской полиции поддержали эколого-патриотическую акцию «Лес Победы» и высадили деревья. Сегодня на территории нашего управления мы проводим экологическую акцию «Лес Победы». Данное мероприятие направлено на патриотическое воспитание молодого поколения, на сохранение исторических ценностей, традиций. А еще каждый смог внести личный вклад в сохранение окружающей среды и сделать территорию более благоустроенной. Участники отметили важность акции для нынешнего и подрастающего поколения. Мы сегодня собрались по случаю открытия аллеи, посвященной участникам Великой Отечественной войны. Основная задача – это воспитание молодежи, и чтобы понимали, что мы всегда помним. В преддверии 9 мая высадили вот эти красивые зеленые деревья управления. И они будут символизировать нашу волю, нашу силу, нашу самоотверженность и нашу преданность нашему народу. Сквер станет символом возрождения традиций и сохранения исторической памяти. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».